Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Шипила. Вы находитесь на канале «Секреты MLM бизнеса». Здесь я делюсь вариантами, с помощью которых зарабатываю себе на жизнь. Также я делюсь разными полезняшками, надеюсь, кому-то это пригодится. Сегодня я хочу вам, знаете, о чем рассказать? О бинаре в компании Agile Tour System. Мы сегодня с партнерами очень плотно разбирали этот бинар. И после этого созвона, после командного рабочего созвона, я прям решила записать это видео, чтобы показать преимущества этого бинара. Какое самое главное здесь преимущество? Во-первых, здесь нет фиксированной бинарной пары. Вот давайте с вами перейдем в программу Paint. Я вам там нарисовала картинку, сейчас объясню, что это значит. Вот смотрите, у меня был опыт работы в бинаре. То есть я в предыдущей компании работала в бинаре. Какой там был бинар? Во-первых, прибыль свою я получала с какого-либо уровня. То есть там были площадки вот такие разные, больше, меньше и так далее. И я свою прибыль получала с нижнего уровня, с любой площадки. Вот какая площадка бы ни закрылась, с нижнего уровня я зарабатывала верхним аккаунтом. Но здесь было преимущество в чем? Что это были не матрицы, это был бинар, то есть здесь была бесконечная глубина. Можно было зарабатывать, вот сколько уровней вниз выстроится, со всех уровней можно было и зарабатывать. Но при всей вот этой вот красоте, которую, в принципе, бинар из себя представлял, здесь оказалось, нужно выполнить гигантский объем работы. И вот смотрите, в чем это заключалось. Когда я заходила в первую площадку, к примеру, вот начинаем сразу с первой площадки, то мне нужно было эту площадку закрыть полностью для того, чтобы с пятого уровня получить свои деньги заработанные. Здесь был точно так же, как у нас в компании Agile Tour System, гибкий спилловер, то есть все новые партнеры, они опускались на первое свободное место слева направо. В принципе, это хорошо. То есть здесь нет такого, что спонсор строит одну ногу свою, а новичок другую, и если спонсор активный, он далеко вниз уходит, и новичок со своей ногой колбасится самостоятельно. И ничего, соответственно, не зарабатывает. В том бинаре было такое преимущество, что новички, они опускались на первое свободное место слева направо. Это был плюс. Но для того, чтобы мне получить свои заработанные средства, мне нужно было закрывать, вот допустим, в первой площадке нужно было закрыть пятый уровень. Пятый уровень. На пятом уровне у нас стояло 64 аккаунта. Аккаунты – это не люди, а аккаунты, кабинеты. Но так как мы работали с золотыми треугольниками, то, соответственно, пятый уровень – это здесь стояло 32 человека. 32 человека. То есть, прежде чем мне забрать свое заработанное, мне нужно было на пятый уровень поставить 32 человека. То есть, они вставали вот такими треугольничками. Вот так они вставали. Треугольничками. Вот таких треугольничков здесь должно было быть 32 человека. И только тогда я могла забрать свои заработанные средства. Конечно же, при такой системе у очень многих людей, особенно у новичков, которые только-только пришли в интернет, допустим, работать, у которых большого опыта нет, у них не хватало просто чисто морально и физически сил выстроить вот эту махину. Не хватало. Так как система бинарная, она работала на глубину, то есть бинар был бесконечный, то реинвест я получала с каждого следующего 5 уровня. Допустим, с 5 получила, потом у меня здесь опять люди встают. То есть я там уже не сама работаю, возможно, команда там работает. Ну, как это бывает, да, в командах. И вот здесь должно было опять выстроиться на 10 уровне большое-большое количество людей, чтобы я могла получить на реинвесте с 10 уровня. Опять же хочу сказать, что это гигантский просто объем работы, и далеко не каждый партнер, который там работал с нами, он выстоял вот это и дождался, и смог дойти для того, чтобы получить вот этот реинвест. Многие просто закрывали с горем пополам свой пятый уровень и просто уходили, у них не было сил идти дальше. Там, конечно, дальше площадки были меньше уровнями, допустим, четвертая вообще было два уровня, но до нее еще нужно было дойти. И я говорю, не у каждого хватало сил вот этот объем работы выполнить.
Дальше структура, по идее, да, в идеальном варианте она должна дальше работать, то есть люди работают, работают, опять закрывается следующий пятый уровень, это уже 15-й. Я могла получить третий реинвест. То есть я уже могла получить третий реинвест. Вот. Но я говорю еще раз, что для новичка, для человека неопытного или ну, не умеющего строить команду, быть лидером, для него это было вообще не по силам. Очень много людей отсеялось разочарованными. Хотя сама система по себе, она, в принципе, ну, такая работающая. Так вот, я хочу рассказать о том, какой сегодня бинар я качаю. Смотрите, когда я захожу в бинар, то я захожу либо тремя местами, либо семью. Семью местами, друзья, гораздо выгоднее, потому что вы делаете работу одну и ту же, но вы зарабатываете либо тремя кошельками, сами понимаете, либо семью кошельками. Поэтому естественно, что выгоднее семью кошельками работать и за свою работу получать в 7 раз, а не 3. Так вот, смотрите, какие здесь есть плюсы вот в этом бинаре. Во-первых, здесь точно так же, как и здесь, гибкий спиловер. То есть здесь нет какой-то левой ноги, правой ноги, которую отдельно спонсор строит, отдельно там, партнер строит. Здесь все вместе. То есть если, допустим, под спонсором уже нет свободных мест, то его люди могут опускаться на пустые места у партнера. Это плюс. Здесь тоже такое есть. Это хорошо. Здесь точно так же бесконечная глубина. То есть здесь нет ни обрезания, как в некоторых бинарах, там на седьмом уровне где-то что-то обрезается, там еще что-то. Здесь точно так же все бесконечно вглубь будет уходить. То есть команда растет, и вглубь все вот это уходит. В принципе, здесь тоже такое есть. Но смотрите, друзья, какой важный плюс я для себя увидела. Здесь нет такого, что вам нужно ждать закрытия какого-то уровня. Вот здесь я ждала закрытия пятого уровня, чтобы мне получить вот этим аккаунтом первым. Здесь у меня ничего не нужно ждать. Ничего. Вот у меня, я зашла семиугольником, у меня человек зашел точно так же, семиугольником. Он встает на вот это место, к примеру, да? Слева. Здесь с этой стороны точно так же. Человек у меня пришел, система его поставит, вот если разделить вот так пополам, да, вот так, левая, правая сторона, то система следующего новичка, она его поставит вот сюда. У меня все, у меня схлопнулась бинарная пара. Вот так. То есть вот эти места, они мне сделали бинарную пару, закрыли бинарную пару. Я с этого буду получать сразу, сразу. Мне не нужно ждать закрытия какого-то уровня. Все, вот у меня бинарная пара закрылась, я сразу раз получила начисление. И я могу их тут же сразу вывести себе на кошелек, на любую карту. Мне не надо ждать закрытия всей площадки, чтобы у меня встало 32 человека, прежде чем я смогу вывести свои деньги. То есть вот бинарная пара закрылась одна, я тут же могу свои деньги вывести. Приходит следующий человек, система его ставит вот сюда и, к примеру, вот сюда ставит. Опять у меня закрывается бинарная пара, и опять же я свои деньги сразу могу вывести. То есть в чем плюс, вот для себя лично я большой плюс вижу, что мне не нужно ждать закрытия какой-то там площадки, какого-то уровня, потому что бинар – это такая система, что на каждом уровне будет большое количество людей. Большое, потому что люди приходят, встают, занимают места. Соответственно, чем дальше уровень, тем больше людей здесь должно стоять, чтобы, ну, как бы, да, получать. И вот здесь вот минус вот в чем был, что здесь огромное количество людей, прежде чем я получаю реинвест. Здесь такого нет. Здесь такого нет. То есть здесь вот, пожалуйста, со всей глубины, здесь глубину вообще, да, бинар строит вся компания, все команды вместе. Они вот сообща вот так вот, сообща, все, они сюда встают вот в этот бинар. И вот представьте, здесь нет никаких уровней, которые нужно заполнять. Здесь просто бинарная пара где-то сработала. Вот, допустим, здесь раз бинарная пара сработала, и здесь бинарная пара сработала. Уже где-то в глубине.
И там уже вообще не важно, какая глубина. У меня все, у меня на вывод сразу начисляются деньги. Раз, и они у меня пошли на вывод. Я сразу могу получить их. Все, на вывод. И когда уже люди там дальше в глубине работают, там уже вообще без разницы, кто кого пригласил, и где какой уровень, и где какая бинарная пара, там уж система самостоятельно все вот эти бинарные пары будет закрывать. Вот я для себя в этом увидела огромный, просто огромный плюс. Я говорю, когда я работала вот в этом маркетинге, ну здесь вот просто, ну действительно, если взять во внимание, что я такой человек настойчивый, да, могу как дятел долго в одну точку колошматить, и то для меня было, ну, в некоторой степени проблематично, да, там первую площадку я закрыла, потом до 10 уровня, ну, я уже трудилась как папа Карло, чтобы мне, допустим, реинвест получить. А многие же люди приходили, и они не работали. Мне приходилось самостоятельно закрывать вот эти пустые места, чтобы мне со всего уровня, с вот этого, получить деньги. Это дикий был труд, дикий просто. Здесь же получается так, что если даже в глубине кто-то не будет работать, к примеру, кто-то придет и, ну, в принципе, не будет никого приглашать. Даже если я и вместо этого человека там буду пустое место свое какое-то занимать, при том, что я сама поработала, мне не надо ждать никакого закрытия уровня. Я просто бинарную пару закрываю, какую мне нужно, и все, я зарабатываю. И все, и я зарабатываю, друзья. Вот это большое преимущество в этом бинаре. Что здесь нет никакой фиксированной пары, то есть здесь нет такого. Кстати, еще бинары такие существуют, когда, допустим, у вас с этой стороны 300 долларов, да, а с этой 600 долларов. Есть такие бинары. Чтобы вам заработать, вам система, значит, что делает? Она берет вот эти 300 долларов и вот отсюда отнимает 300 долларов. 300 долларов. То есть она раз, вот здесь отняла. Вот так. Все, пара у вас закрылась, вот эта. Пара закрылась. Вы заработали. Вот эти 300 долларов, которые остаются, остаток, они могут висеть у вас на балансе в ожидании, когда вы сделаете новое закрытие пары. Но если, допустим, месяц у вас там, или какой период каталожный, или какой там, ну, в разные маркетинги, да, заканчивается, а вы не закрыли эту бинарную пару, то эти 300 долларов у вас просто сгорают. Я знаю, тоже такие маркетинги есть. Есть еще, допустим, такие случаи, когда, допустим, 280 у вас долларов, да, здесь, а здесь 600. И заканчивается период, когда вам нужно выполнить квалификацию. Опять у вас не происходит закрытие финансовой пары, потому что здесь не хватает 20 долларов до 300, чтобы у вас была одинаковая сумма. И все, и опять все это дело обнуляется, и, в принципе, ну, весь труд, который вы там за месяц, к примеру, выполнили, там, поработали, приглашали, работали с людьми, он улетает просто в трубу. Это, ну, в принципе, мне кажется, это не очень приятно и не вдохновляет совершенно. Поэтому у нас в бинаре здесь совсем другая система. Вот, получается так, что здесь у вас, допустим, 300 долларов, здесь 600 долларов. Все, система берет здесь 300, здесь 300. 300 у вас остается лежать в запасе. Как только набирается с другой стороны также сумма 300, 300, бинарная пара срабатывает. Раз, она сработала. Все, сработала, и вам сразу начисление на балансе, который вы сразу можете вывести. Вот преимущество тоже. Огромное просто преимущество, когда ты понимаешь, что ты свою работу выполнил, и ты тут же за нее получаешь деньги. Не ждешь, как вот, допустим, здесь, закрытие там какого-то 5-го, 10-го, 15-го уровня для того, чтобы заработать. Вот когда я сравнила вот эти два маркетинга, где я работала и где сегодня работаю, ну, я просто невооруженным глазом вижу, что, ну, здесь гигантский труд, и не каждый еще здесь может его выполнить. Здесь совсем другое, совершенно другое. Поэтому, друзья, смотрите вот это видео, еще раз можете, ну, как бы поразбираться, в каком вы месте работаете. Если вы работаете в бинаре, то проанализируйте, как у вас там. И если, ну, вы считаете, что
вот этот бинар, он имеет ряд преимуществ по отношению, ну, к вашему, допустим. Напишите в комментариях, мне просто интересно, какие есть плюсы. Возможно, у меня таких нет плюсов, как у вас в бинаре. Поэтому мне будет очень интересно узнать, какие еще варианты бинаров существуют, в которых люди зарабатывают. Потому что в таком бинаре я работала, в классическом бинаре я не работала. В классическом, когда, ну, я еще раз повторю, что одну ногу спонсор может строить, другую ногу новичок. В таком бинаре я не работала. То есть новичок, он отстает, спонсор убегает вниз, и у новичка не происходит закрытие бинарной пары. В таком я не работала бинаре. Я вот работала вот в этом, и сегодня работаю в этом. Поэтому напишите, какие у вас есть преимущества в вашем бинаре. Мне просто интересно знать, я хочу проанализировать вообще вот эти все системы. Поэтому будет здорово, если вы выскажете свое мнение. Подписывайтесь на мой канал, конечно же. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить какие-нибудь видосы, которые я буду время от времени еще дальше выкладывать, да? Вот, буду рада с вами пообщаться в комментариях или лично, где вы, ну, выскажете какое-то свое мнение по поводу бинара. То есть мне это очень интересно. С вами была сегодня Маргарита на канале «Секреты MLM бизнеса». Всем желаю добра, здоровья и процветания. Всем пока!